Если вы доверяете какому-то, я не знаю, там тренеру, гуру или как его не назвать, преподавателю, вы берете его модель, просто модель. Она может работать у вас, а может не работать. Почему? Потому что это работает у человека того, кто эту модель создал для себя. И как это работает у него, как это будет работать у вас, не знаем. То есть в знании это не только то, что вы там читаете, то, что вы испытали, это все ваше знание. То, чем вы можете пользоваться. Кто-то верит, не знаю, слепо там в Иисуса, кто-то в Мухаммеда, кто-то в Будду вот сегодня там куда-то путешествовали. Кто-то вообще ни во что не верит. И это и есть знание, и его модель, которую он использует. Он же после этого не перестал жить. То, что он перестал там или не начинал молиться, он от этого же не стал какой-то другой. Логично так? Второе – это состояние. Если вы посмотрите любые техники, что предлагаются, да, там, на рынке сейчас и раньше, у них у всех есть состояние. То есть кто-то его называет там, состояние там, октавы, еще какой-то влюбленности, каждый по-разному. Но это состояние, Маша, это состояние транса. Оно обязательно. И третье – это использование того, что имеете. Для себя. Если вы сделали свою модель, это не значит, что она хуже или лучше других. Она ваша, и она работает, и будет прекрасно будете себя чувствовать. Зная, опять же, для чего вы это делаете. То есть должна быть цель. Если вы это все сделали, но это у вас не получится просто сделать и использовать. Вот это вы сделали, и дальше продолжаете делать ничего то, что и раньше, скажем так, да, то ничего этого не будет. Оно не будет работать вообще ничего. Каждый учился в институте, в школе, он имеет очень много знаний, имел, скажем так, может о них вспомнить? Нет. Будет использование, будет помнить, будет работать. Нет, нет. В принципе, вот такие три части использования – это то, что вы применяете для изменения себя. Вот ты говоришь, я хочу пойти в себя. А сейчас ты где? В себе. Сейчас ты вне себя? В себе, но я же себя говорю, я вот в этом состоянии, я себя не слышу. Ты себя не слышишь в этом состоянии? Да. Ты книгу читаешь какую-нибудь, вот художественную интересную, или читала? Читала. Находила там какого-нибудь героя, и он тебе нравился? Ну да. И ты переживала его жизнь? Да. Вот это состояние. Вот оно, конечно. Просто здесь ты берешь ответственность на себя. Угу. В этом может быть проблема. Да. За кого-то да, увидеть, да. Послушать это да, легко, да, да, а для себя это как-то сложно получается. В этом, наверное, надо искать. Угу. То есть, когда вы делаете какой-то свой запрос, так называемый, вы четко должны понимать, вот у вас есть знания, умения, и хватит у любого, чтобы решить какие-то свои внутренние вопросы. Состояние тоже есть у любого. Его просто надо словить и его пользовать. Вот как ты говоришь, я усыпаю. Все верно, ты усыпаешь. Это время надо увеличивать. Время. Оно вначале вот такое, потом ты сделаешь больше, больше, больше. Ну, еще есть там какие-то моменты, признаки, которые ты будешь улавливать. Либо мозг побеждает, либо есть. Но вот в этом состоянии ты находишься очень часто. Мы находимся каждые 120 минут. Да. Поэтому ты едешь где-то, ты же не усыпаешь в троллейбусе, в трамвае, на занятиях. Хотя на занятиях ты сидишь, а уже где-то там на море или дома. Дома у тебя что-то там осталось. Угу. Уже поработал. Так ведь? Уже отдохнул. Поэтому это состояние просто тренируется. Вот оно здесь во втором. В состоянии транса. И не важно уже о чем там думать и как думать. Люди, не важно в каком смысле, какую ты выбираешь модель. Во что? В Бога, в Иисуса, в себя, в ангелов, в потусторонний мир, там, всеобщий разум. Какая разница? Это в твоей модели есть? Есть, значит, оно будет для тебя работать.
Так понятно? Угу. Ну вот умный запрос тогда. Сейчас сделаем перерыв и начнем тогда. Где Наташа на паузу? На красную? Да.